Итак, поехали. Медведев Евгений совместно с Александром Падалко. Сегодня мы делаем Шкода Фабия и ставим Red Power 12004 в Шкоду Фабию бедной комплектации. Достаточно неплохая отделка салона, я бы сказал, да, кстати? Так, приятно на самом деле, ну, на ощупь и на вид. Итак, первая часть видео, я потом их объединю с результатами работ. Что мы сделали? Снимается верхняя штука. Для чего? Для того, чтобы мы выводим... Минимум делать отверстие. Да, не сверлить ничего. Прорезается возле плафончика отверстие, плафончик снимается и протягиваются провода. Угу. Сюда мы выводим провода под iPod, iPhone, короче, под продукцию фирмы Соблазна, и под USB-флешку и модем. А бедная комплектация, как вы видите, точнее, правильно говорить, низкая комплектация. Кнопочек на руле нету, и в низкой комплектации идет обычный евроразъем, то есть аудиоподготовка без колодки Volkswagen, которая идет в богатой комплектации. Поэтому мы переделываем разъем, конблок забираем, переделываем разъем евро. Обычно в магазинах продаются там, сколько, рублей 100 стоит, да, переходник. Каждый может делать согласно распиновке. Это, в принципе, не очень сложно. Так, а это, Саш, что за зеленая штука? Да, это коншина. Это коншина, которая нам, да, не нужна. Ну, смысл ее подключать. Так, а GPS-антенна куда выведена? GPS-антенна стоит вот здесь вот за стоечкой, спрятана. Вот ее разъем. И кабель, выход под внешний микрофон. Микрофон установлен у зеркала. Ну и, собственно, колодка под видеокамеру и линейные выходы, она у нас не задействована, потому что у нас клиент девочка, и она сказала, мне камеру парковки не надо. Итак, ждем вторую часть видео, что же получится в результате. Наш сайт redpower.su. Вот, собственно, поставили Шкодик Фабию. Внешний осмотр. Здесь карточка с навигацией, сюда SD-карточка с музыкой, сюда USB-флешку, если хотите, либо и она выводится в бардачок. Меню в настройках выбирается. Ну, мои впечатления, блять, ну, извините за мат, динамики, конечно, в машине могли бы и получше поставить. Реально, вообще, у меня у жены Рено Сандеро 13 динамики поставил, там, старую однодинку, и то играет лучше. Динамики, конечно, была бы моя машина, я бы под замену. Прием. 87,5, отлично, начало диапазона. Вот это радио еще играет. Конец диапазона тоже отлично. Так, давайте середину проверим. Вы знаете, да, что у всех продавцов магнитол на Volkswagen проблема с радио. Здесь такой проблемы нету. Red Power, сила радио. Слышите, без помех, да, находимся в боксе, вот я вас не обманываю, телефон у нас здесь не ловит. На улице радио тоже отвратительно ловит. В моей машине здесь бокс нормально. Здесь ставим твердую пятерку. Ну, вот эта радиостанция ничего играет. Ну, сейчас вы прописали на Vitel. Девочке пробки сказала не нужны, поэтому показывать особо нечего. Да, в машинах без аудиоподготовки, которые идут с компанией Volkswagen, нельзя вывести отображение климат-контроля на дисплей. Это не проблема устройства, просто реально никак. Если бы это был бы Passat, то все бы показывало. К сожалению, тут не получится. Но мы каны не подключали. Кнопок на руле тоже, как видите, нет. Поэтому очень хорошо, что есть крутилки.
Богатырский, 2-й Муринский, Светлановский. Так, интерфейс. Показываю. Все прорисовано под палец. Под палец большого мужчины, который занимается мясом на рынке. Чтобы вы в движении могли попадать четко в кнопки, а не тыркаться там стилусом в микроточечки. Здесь все удобно. Быстрый доступ. В эквалайзер, если нужно. Быстрый доступ. Выбора станции. Крутилками меняем. Диапазон можем так менять и так далее. Такая же ситуация с плеером. Аудио. Так, ну что у нас? Записная книжка Bluetooth поддерживает. Телевизор антенну не захотела девушка поставить. Настройки. Поставим штатные обои. То есть тут уже вы, господа, пользователи, под себя выбираете. Не, давайте построже что-нибудь. Кожу. Ставим кожу. Все. В коже у нас теперь аппарат. Ну, в принципе, неплохое решение. Все просто. В плане совместимости 5. В плане приема радио 5. В плане связи по Bluetooth 5. В плане качества динамиков 2. Все. Камеры нет. Так, вот это смотрим. Ну, включая заднюю передачу, камеру мы не подключали, тоже не надо. Все, спасибо, с вами был я, Медведев Евгений. До встречи на просторах интернета и канала YouTube. Если вам было полезно мое видео, пожалуйста, подписывайтесь на мой видеоканал или хотя бы поставьте просто лайк. Спасибо. Наш сайт redpower.su.